В этом году с 1 января психоневрологический диспансер объединили с Магаданским областным наркологическим диспансером. Теперь организация называется Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии и находится на улице Речной, 27. Специалисты-психиатры и психиатры-наркологи принимают пациентов в этом медучреждении на втором этаже. Также они оказывают услугу по выдаче справок и заключений. Талоны на прием к врачу можно получить на сайте госуслуг. Пройти осмотр и получить заключение можно без очереди. На сайте госуслуг, все мы уже можем работать с этим сайтом, очень многие зарегистрированы, мы выдаем талоны. Их 10 талонов ежедневно. Вы можете не обязательно взять на текущую дату, вы можете взять на тот день, когда вам удобно. Это что касается, если вы вообще хотите пройти и получить заключение без очереди. Ежедневно Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии выдает около 60 талонов. Врач ведет прием с 9 до 13 часов. Услугу можно получить сразу у двух врачей – у психиатра и психиатра-нарколога. Теперь такая процедура доступна в одном учреждении. Специалисты отмечают, что взять талон на прием к врачу можно в любое удобное время в регистратуре и пройти обследование.